Здесь я покажу принцип обрезки на сосновой. Удаляются все побеги, которые явно повреждены болезнями, да, явно, и притом явно. Клястер спориоз в этом году очень сильно повредил персиковые деревья. Тут я оставляю немножко, на, смотрю, почка пробивается, значит, она пойдет сюда и будет исправлена, восстановится крона. Тут я смотрю, все повреждено абсолютно, абсолютное повреждение. Поэтому тут надо смотреть, где хоть почки отбиваются. Вот только почка отбивается вот тут наверху. Это все удаляется, что повреждено, потому что это рассадник болезни на будущее. А тут, где живые ткани есть, надо на них и переводить. Тоже формировка у нас получается разрежена ярусная. Принцип действия такой же самый. Соподчинение должно быть обязательно. Так, тут переводим на живую почку. И здесь основу переводим на живую почку. Вот она уже показала. Все. Вот здесь можно немножко вот так. Да, но тут повреждения, конечно, очень сильные. Тут, конечно, будут и завязаны плоды, но вот такая система. Да, в этом году этот сорт заболел, хотя очень устойчивый сорт. Да, очень устойчивый. Ну, дожди в течение... И сейчас, в данный момент, режим идут дожди. Да. В данный момент. Такое деревце.